Воскресенье в Самарской области малооблачно, местами возможен небольшой дождь с грозой, жарко. Днем 29-31 градус, ночью 22-24 выше 0. Ветер западный, южный, скорость 1-3 метра в секунду. В Сызрани облака и гроза, днем плюс 30, ночью 24 выше 0, южный ветер 1 метр в секунду. В Тольятти небольшая облачность без осадков, температура воздуха днем плюс 29 градусов, ночью 24 с плюсом, ветер западный 1 метр в секунду. В Самаре малооблачно, возможен небольшой дождь, днем плюс 28, ночью 23 градуса выше 0, ветер северо-западный 1 метр в секунду, атмосферное давление повышенное 750 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 48%, температура воды в реке Волга 22 градуса, геомагнитное поле неустойчивое. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.